конкурс «Здесь читают стихи» Тимошенков Максим, город Смоленск, школа номер 40. Петр Давыдов, тот самый долгожданный мальчик. Услышав о военных фразу, повернувшись вдруг ко мне, бывают спрашивают сразу, а это, о какой войне? О той войне, ужасной самой, о бесконечной той войне, где смерть ходила вслед за славой, где год за 10 был вполне. О той, отечественной, страшной, где жизнь была ценой в пустяк, мужчины погибали наши, а иногда за просто так. Так будем памяти достойны, оплаченной такой ценой. И если говорят победа, то никогда не забывай про ту войну, про кровь, про деда, про самую долгожданную мать.